хлебом, солью, добрыми словами и улыбками встретили ветеранов Фрунзенского района Минска в городе над Бугом. Радушно принять и организовать экскурсионную программу для столичных гостей предстояло сотрудникам территориального центра социального обслуживания и ветеранам Ленинского района нашего города. А гостям в Бресте всегда искренне рады. Мы очень рады их приезду от души. Мы рады познакомиться с этим ветеранским активом столицы. Наша дружба, я думаю, завяжется на многие года. Тема нашей сегодняшней встречи – дружба народов, залог мира и стабильности на земле. Вот эти вопросы мы будем решать сегодня. Мы побываем по нашему красивому тысячелетнему Бресту, Бресту, который только что отметил 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы покажем, как расцвел наш Брест и вступил в следующее тысячелетие. Мы послушаем, что же сделали наши ветераны в Минске, как они живут, чем занимаются. Деятельность, жизнелюбие и жажда новых знаний объединили членов ветеранских организаций столицы и Бреста. Для обмена опытом и неформального общения минчане совсем не случайно выбрали город над Бугом. Ведь именно здесь сочетаются европейская архитектура, богатая тысячелетняя история, известный всему миру мемориальный комплекс Брест, Брестская крепость герой и, конечно же, известные своим радушием люди. Теплота, задушевность, красота этой встречи просто согрели душу, растрогали, ну вот меня чуть ли не до слез.